А, к сожалению, действительно, за последние годы оснований для того, чтобы быть удовлетворенными и тем более гордиться, у нас немного, мягко говоря. Есть нам чем гордиться заслугами наших предков. Это прежде всего Великая Отечественная война. Это формирование мощной экономики, которая дала толчок развитию всему миру. Советский Союз дал огромный толчок в научных исследованиях, в тонких очень материях, там, в промышленности, в отдельных секторах. В социальной политике мы очень хорошо преуспели, но, к сожалению, это в прошлом. И если говорить о настоящем, надо нам черпать из нашей истории, даже совсем недавней, то полезное, которое нам наши предыдущие поколения оставили.